Михалыч Бакалов, главный тренер команды гостей. Вот сегодня такой матч с такой развязкой. И комментарий по горячим следам. Ну, наверное, много комментировать, наверное, не стоит. Я считаю, что получилась очень хорошая боевая игра. Обе команды, я уверен, в этом хотели добиться положительного результата, то есть победы. Много разговоров было по поводу, что эта игра там за 6 очков. Ну, где-то сегодня, может быть, не все у нас и получалось, но тем более, что, опять же, скидку сделаем на то, что у нас много сборников ездили в свои команды, то есть и Шацкий, хоть Максим совсем буквально накануне только прилетел, поэтому где-то игра впереди не совсем нам удалась. Но, тем не менее, мы хотели победить, и я считаю, что концовка, да, не без везения, не без футбольного бога, нам, может, где-то немножко повезло, поэтому одержали победу. Вопрос, пожалуйста. Есть ли вопросы к тренеру команды гостей? Так вопросов нет. Что там такое? Вопросы. Какие вопросы? Три очка на ровном месте. Вопросы Павлову. Какие вопросы? Вопросы Павлову. Пожалуйста. Спасибо. Хай пише рапорт и идет. Я спрашивал у Ролана Гуся, вот эта комбинация последняя, это... Ну, было такое задание, чтобы он врывался и ускорялся там, или это так получилось из-за ошибки? Нет, не получилось. Действительно, у нас, скажем так, есть определенные наигровки, которые мы пытаемся отрабатывать на тренировке, то есть крайние полузащитники, помимо, будем так говорить, своих прямых обязанностей, то есть по линии бровки, их обязанность, почему? Потому что мы в основном играем в одного нападающего, поэтому очень сложно, я имею в виду в атаке играть. Поэтому да, есть такое задание, и крайние полузащитники, мы уже неоднократно и в предыдущих играх забивали точно такие же мячи. Сегодня получилось именно немножко смещение с фланга на центральную зону, вообще там из глубины, да, как у нас, скажем так. И требования к крайним полузащитникам, мы наиграны. Спасибо, Андрей. Скажите, пожалуйста, задачи, которые вы ставили перед своей командой в Полтаве, выигрывать, и верили вы в победу в Полтаве? Ну, если бы я не верил о том, что мы едем сюда выигрывать, я, наверное, здесь бы и не работал бы. Поэтому задачи были, задачи есть, и они будут. Тем более, нам руководство однозначно поставило задачу, то есть еврозона. И мы стараемся в каждой игре, не думая, конечно, о ней, то есть набирать максимум и результат, максимальный выходим на результат. Когда получается, когда нет. А на любую игру мы выходим с задачей победить. Спасибо.